Естественно, с победой, Антон. Ну и для начала, если можно, комментарий по этому непростому матчу. Ну, устали. Но потом все равно проявили силы, где-то ошибки пошли из-за усталости ненужные. Два победили. То есть в третьем периоде, когда проиграли этот период 1-3, это все из-за усталости? Тупо просели, да. За счет чего все-таки в овертайме удалось дожать соперника? В чем превзошли гостей? Ну, опять же, реализация нашего большинства. Большинство в последнее время, слава богу, вообще радует болельщиков. Ну и вас самих, наверное, где добавили вот в этом компоненте розыгрыш лишнего, удается? Постоянно же идет работа, просто сами знаете, что надо забить одну-две и почувствовать просто, что в этот момент, как и во всех работах, надо просто почувствовать эту нить. И все, и втягиваешься. Две победные шайбы в овертайме. У вас какой-то особенный настрой был на эту домашнюю серию или просто удача? Нет, это все благодаря партнерам, вратарю. Как играется в маске? Насколько это тяжело, непривычно? Естественно, очень тяжело. Иногда даже сейчас до сих пор шайбу из виду теряю, потому что настолько непривычно, сколько здесь не играл в ней. Ну, я думаю, можешь привыкнуть. Сейчас скоро снимать, наверное, надо будет. Четыре победы подряд. Это как-то будет помогать в психологическом плане? Есть какое-то победное вот настроение? Появилось оно? Ну, это всегда хорошо, да. Победные игры, тем более, когда такие вытащены в овертайме, на характере. Это всегда плюс только в дальнейшем. И надо продолжать дальше тяжелый выезд. Ну, в воскресенье игра с Сибирью. Как успеет команда восстановиться? Успеет ли вообще? Да успеет восстановиться. Все, мы привыкли, что в добрый режим нужны футболисты, которые там раз в неделю играют. Так что,